Значит, у нас сегодня с вами тема «Научный социализм». Значит, вы изучили, начали изучать философию, философские проблемы, экономические проблемы, а сегодня наша задача поизучать политические проблемы, то есть третью часть социального учения марксизма. Ну и чаще всего останавливаются на именно политическом учении марксизма вот в этой теме и в этой проблематике. Но, значит, эта тема, вообще говоря, она имеет и более широкий такой смысл, и более широкое значение. И когда о ней писал Энгельс, пытаясь ее в целом представить, он вспоминает о всех трех частях марксизма. Я имею в виду его работы «Развитие социализма от утопии к науке». Скажем, он там и философию рассматривает, и экономическую часть рассматривает, и саму вот эту политическую теорию научный социализм. Или, скажем, в «Антидюринге» он тоже там вопросом теории, и там он все эти три части рассматривает. Но вот в СССР сложилось такое странное положение, вот я его раскручиваю последние года три, что как-то про мировоззрение марксизма вообще забыли и как-то оставили эту тему в стороне. И под марксизмом понимают обычно вот эти вот три части. Значит, философию, политэкономию и утопический социализм или политическая теория, или научный коммунизм назывался он в СССР. Это все одно и то же. Значит, но тут скрыта большая проблема и теоретическая, и, как я понял, практическая. Практическая состоит в чем? Что? Вот мировоззрением марксизма и его выражением теоретическим, то есть описанием, представлением на бумаге, практически не занимались. И где-то в сознание пришли в конце 50-х годов, что вообще-то нужно бы заняться, описать как-то марксистское мировоззрение в целом. Была создана странная компания. Это вот я недавно изучал, и меня как-то повергло в недоумение. Нашли некого доцента Матусова, и он был ответственен за этот труд. Собрали, значит, некоторых академиков, собрали людей, которые были в команде Андропова, такие андроповские птенцы, которые стали позднее идеологами перестройки, типа Арбатова. Вот, и в эту компанию почему-то пригласили и молодого, недавно закончившего аспирантуру, юриста, значит, надо ж, Федора Бурлацкого. Кто-нибудь слышал такую фамилию Федора Бурлацкого? Не слышали? Да, в свое время это был такой заметный идеолог. И даже последние годы в перестройку он был главным редактором газеты, литературной газеты. Причем в этой литературной газете, значит, был таким как бы слишком большим человеком для нее. Но тем не менее, как знаменитый демократ еще с хрущевских времен, вот ему дали эту газету. Но поработали с ним товарищи сотрудники, тоже такие ура-демократы, и вытолкали его из газеты, просто вытолкнули, выпихнули. Да. И вот в этом году я, наконец, нашел автора выдающейся идеи, которая была записана в
третьей программе КПСС, принятой в 1961 году, о том, что диктатура пролетариата выполнила свою роль, и теперь у нас общенародное государство. И вот я тогда интересовался, кто же это такой талант, что заменил, значит, диктатуру пролетариата, о которой, значит, ну, подробно, много вспоминал Владимир Ильич, подробно, много говорил Иосиф Виссарионович Сталин, подробно, много говорили все потом обществоведы во всех учебниках. И вдруг, значит, общенародное государство. Кто ж такой талант? Ему бы надо давать героя социалистического труда, если он сделал такое открытие, которое принято в программу партии. То есть раньше у нас было одно основание диктатуры пролетариата, теперь у нас другое основание всей идеологической работы. И вот в этом году я нашел. Это был товарищ Бурлацкий. И думаю я, с одной стороны, руководители этого коллектива странные нашли какого-то дяденьку там, значит, со стороны незначительного. С другой стороны, Бурлацкого этого, значит, начинающего юриста. Но руководил всем этим, значит, изданием «Основы марксизма как мировоззрение». Значит, Отто Вильгельмович Кусинин был такой. Слышали? Не слышали такого Кусинина? Был член Политбюро, один из руководителей Коминтерна, знаком был с Лениным. Руководил он, значит, Петра... Карело-Финской республикой тогда была со столицей в Петрозаводске. 16-я республика, которую потом отменили. У него в помощниках был Андропов тогда, вторым секретарем, секретарем горкома Петрозаводска. Вот. Ну, странная компания. И, наконец, я открываю, что это вот здесь, в это время, под руководством Кусинина, который отыскал этого... Значит, Бурлацкого по какой-то там статье, пригласил его на дачу и объяснил ему задачу, увидев в нем какого-то борца за демократию, за буржуазную. Говорит, вот у вас, мне кажется, правильная мысль, надо бы ее подразвить. И этот Бурлацкий, значит, участвовал в этом учебнике, написал там раздел. А потом вот эта мысль об общенародном государстве, которая здесь была разработана, вошла в программу партии, с которой начался идейный переворот. Это была преступная операция. Это переворот всей идеологии и политики партии. Подменена программа была. А так вроде незаметно все, юморок, так сказать. Аспирант вчерашний пришел, написал, и все нормально. Хотя понятно, что руководил всем этим делом товарищ Кусинин. А Кусинин – это был очень грамотный со сталинских времен идеолог и политик, один из руководителей Коминтерна еще до войны. Поэтому это не случайная и непростая подмена. Ну и потом я узнал, что он до этого Кусинин послал всем письмо с этой идеей, членам ЦК. Вот, и одна только Фурцева, моя землячка Екатерина Алексеевна. Значит, его спрашивают, мол, как же так? Мы же у нас в основе диктатуры пролетариата в советском государстве. И Кусин ей лично объяснял, ну что вы, она уже выполнила свою роль, и мы тут теперь, значит, вот строим, построили общенародное государство. Ну и Екатерина Алексеевна, конечно, вот сейчас стоит казарма при фабрике, при хлопчатобумажном комбинате, в которой они с матерью жили. Она заброшена, стекла повыбиты, крыша рухнула, гниет. И, конечно, Екатерина Алексеевна тонка женщина, хоть и умная, и грамотная, и заслуженно
значит, ставшая министром культуры, ей, конечно, было не по силам спорить, дискутировать с этим членом Политбюро, с этим старым членом КПСС. Но это была драма и трагедия. Так что вопросы научного социализма, вопросы политической теории, они непростые. Почему в том числе? Потому что он не этот вопрос и эта теория, она не рассматривается отдельно от экономической теории, не рассматривается отдельно от методологии философской. Она является только вершиной, значит, всего этого социального учения марксизма. Причем, не знающий человек, или, скажем, вы, еще только приступающие к учению, не знаете, что такая же структура была и в мировоззрении Аристотеля. И, скажем, вот в прошлые годы я эту тему читал немножко по-другому. Ну и каждый год мы читаем немножко по-другому, какие-то новые аспекты захватываем. Поэтому полезно и старые почитать лекции, посмотреть. И у Аристотеля какая наука высшая? Логика. Да, вот и кажется, что логика, философия, да. Конечно, это здравый смысл работает. И здравый, ну и вообще тут есть мысль. Конечно, философски нужно подготовиться, чтобы потом заниматься вопросами политики. Но у Аристотеля уже осмыслено все это дело, продумано. Не один раз преподавал он эти вещи, он же в Академии Платона был преподаватель. Укончил эту академию, а потом был у него преподаватель. Так вот, Аристотель говорит, политика, это раньше тогда называлось учение политики, ну или политология по-нашему, политика есть высшая из всех наук и искусств. Из всех наук и искусств даже. Высшая. Почему? Задаемся мы вопросом. И Аристотель предполагает, что у нас будет такой вопрос. А почему это она-то высшая, а не философия, не логика? Потому что она трактует о высшем благе. О высшем благе трактует политика, политология, учение политики. Но опять встает вопрос, почему? Да. Тогда, я думаю, не задали ему вопрос. Аристотель там в предисловии, по-моему, говорит, что, мол, молодые слушатели, они плохие слушатели. До них вопросы политики еще не доходят. Ну и там, в смирных Афинах, когда Греция там послала Александра Македонского завоевывать там этот Ближний Восток, вот, конечно, там, может быть, молодые люди были плохими слушателями. Но я думаю, что вот наши молодые люди, они сейчас хорошие слушатели. Почему? Потому что они живут в государстве, можно сказать, разрушенном еще все. Почему? Мы живем в разрушенном СССР. И это очень хорошо ощущают, я думаю, все, и даже молодежь острее, чем все. Скажем, я, ну, более-менее в личном смысле, так сказать, чувствую себя достаточно хорошо. Вот, видите, дожил аж до 73 лет, еще вот так это бойко себя чувствую. Живу я в Вышнем Волочке, между Москвой и Ленинградом. Вот регулярно приезжаю сюда заниматься, в Москву езжу, там лекции читаю. Веду активный образ жизни. Почему? Потому что моя личная жизнь более-менее устроена. А, скажем, у молодежи ей еще только надо устраивать. Поэтому они, я думаю, в своей массе, значит, вот это вот воспринимают остро и хорошие слушатели. Поэтому недаром сейчас масса газет, масса журналов, в сети там масса всяких клубов выливает свои статьи, заседания на эту тему. Почему? Потому что большой интерес у молодежи. Магазин «Дом книги» завален социалистической литературой,
значит, вопросами истории, тут развал СССР, причинами развала СССР, там, и так далее, и тому подобное. Поэтому мне сегодня, значит, говорить значительно легче с молодежью, чем это было в свое время Аристотеля. Так Аристотель указывает, я думаю, правильную причину вот этого, вот этой затрудненности для молодежи восприятия политических проблем. Причина состоит в том, что высшим благом на самом деле является хорошо устроенное государство. И когда я в молодости читал студентам в советское время вот эту вот мысль у Аристотеля прочитал, мне она была непонятна. Хорошо устроено государство. Ну, государство устроено. Ну и чего? Нормально. А сейчас я понимаю хорошо, что вот оно, государство, не устроено хорошо. И от него основное население страдает, чертыхается, плюется и вымирает. Причем без войны вымирает уже в течение 30 лет. Хорошо устроенном государстве этого не было. В хорошо устроенном государстве советском народ был здоров. Медицина была. У меня никогда не было никаких сомнений, что я пойду к врачу, и что-нибудь будет не так. Я был уверен, что я, если я пошел к врачу, меня вылечат, и все будет нормально. Сейчас я к врачу не хожу. И вот надо бы идти. Но в этой-то ситуации, я понимаю, что там еще заразишься этим ковидом, то даже больные приходят со всякими делами, в том числе и с ковидом. Но и потому еще, что там теперь записаться нужно за 2 недели вперед. Так за 2 недели вперед я с моей болячкой-то не доживу. Теперь придешь, будешь сидеть в очереди. И я на своих болячках заметил. Иду я, значит, с утра-то вроде такой здоровенький, бодренький. Прихожу туда к своему кардиологу, сижу у него 2 часа, захожу к нему, давление там 160 на 100. То есть с утра вроде у меня ничего не было, вроде я бодренький пошел-то. Там накануне у меня были проблемы, думаю, надо сходить. Вот я посидел, значит, она мне измерила, вот, ой, не помогает, давай другие. И методом проб и ошибок, значит, она там мне искала лекарство целый год. И так и не нашла, надо сказать. Поэтому пришлось мне самому взяться за это дело, изучить кардиологию и себя полечить. Ну и вот пока вроде ничего. Да, и вам говорю, что когда у вас там в 40-е годы будет давление вдруг 140 на 90, то ничего страшного в этом нету. Но буржуазные врачи пугают вас. Ой, 140 на 90, давайте таблетки. Значит, через неделю там приходите или через 2, посмотрим, как они действуют. Но будем вас лечить. Конечно, будут лечить, они на этом зарабатывают, это их хлеб. И я понял, что чем больше нас больных, тем лучше врачам жить. И потом я вычитал у академика Агаджаняна цифры, это я читал лет 10 назад. Кардиология во всем мире стоит, тогда стоила, $2 триллиона. 2 триллиона долларов – это меньше, чем бюджет России весь. Тогда был. Так они за эти деньги нас всех сделают больными, а потом будут лечить. Они в этом заинтересованы. Так что не торопитесь. Давление прыгает, как и температура, в течение дня. Проснулись вы, давление понормальнее, температура нормальная. Днем побегали, понервничали, к вечеру давление побольше, температура повыше. Нормально это бывает.
Да, ну ладно, политика. Значит, хорошо устроенное государство. И когда оно хорошо устроено, в нем хорошая медицина, хорошее питание, хорошие отношения, поэтому меньше болезней вообще. А сейчас, во-первых, вал болезней, и народ вымирает. Во-вторых, они затеяли, это называется теперь оптимизация. И вот мы с Дианой записали ролик, где-то он там есть, об оптимизации. Это вот у Черномырдина была главная идея – стабилизация. Вот нам надо добиться стабилизации. И я своим студентам объяснял, стабилизация уже есть. Экономика России стабильно клотнится, катится под горку, разрушается. Какая еще стабильность нужна? Нужна, наоборот, буря, переворот, чтобы прекратить эту тенденцию. Нет, стабильность, стабильность, стабильность. Вот. Ну, вроде разрушили, вроде теперь нищие. Стали окончательно нищими, бедные стали окончательно нищими, богатые уже, так сказать, осели, сформировались, вот теперь им нужна оптимизация. Вот. И вот эта пенсионная реформа, и вот эта медицинская реформа, это как раз элементы стабилизации. Теперь человек доработает до 65 лет и отдаст концы. И так до 65, особенно рабочие профессии, редко кто доживает. Ну, у нас средний 63. Да-да, средний. Для мужчин. Ну, реальный. Да-да. Ожидаемый. Да-да, реальный. Вот. Чтобы что его пенсию-то, зачем ему платить? А так он доработает до 65 или до 63, окочурится, а пенсию получат те люди, которым она более нужна. Также и медицина, да. Ну зачем там в каждом городке там небольшом, там несколько поликлиник. Вот у меня в Вышнем Волочке сделали одну поликлинику. А, еще есть районные, но там уже она не поликлиника, а несколько там, значит, врачей. А на город одна поликлиника. Вот я пошел летом, раз сходил, не получилось, два сходил, не получилось, три сходил, не получилось. Ну что ходить? Ну, бесполезно это ходёжка. И так, и все прочее. Поэтому Аристотель был прав. И вот эта структура его мировоззрения, она, собственно, мы ее и повторяем в каком-то смысле. Так что это своего рода вершина. Ну и поскольку вы уже поизучали философии, в том числе и категории вроде немножко, да? Спросим грамотных-то людей. Так бытие – что такое? Бытие – то, что есть. Вот, заметьте. Четко и просто. Бытие – то, что есть. Все. Вот. А неграмотный человек, вот студенты мои, когда приходят сначала, и вот начинают там брать бытие, ба-ба-ба-ба. Но это болтовня и глупости. Вот. Можно сказать, все бытие. Все, конечно, бытие. Раз оно есть, оно бытие. Но это парменидовский взгляд. Вот Парменид понимал бытие как все вместе, как единое. Да? Он тогда еще не различал этих вещей. А мы теперь, Гегель, другие товарищи нас научили. Мы различаем, мы более конкретно знаем. А становление что такое? Становление – это движение бытия в ничто и ничто в бытие. Это правильно, правильно. Так можно сказать. Но короче сказать и проще. Бытие – это становление – это исчезновение бытия и ничто друг в друге. Они в нем исчезают, да? Но они в нем есть. Они исчезают еще только. Но они в нем есть как момент. А момент что такое? Два противоположных движения в одном. Это вы представление свое высказываете. То есть представление правильное, но это представление. Да.
Нечто неразрывное. Да, нечто неразрывное. Это тоже правильно. Это вот уже похоже на определение, но свое и не очень такое яркое, да, не очень четкое. Другие есть? Нет. Противоположное движение в одном. Можно сказать, да, можно и так сказать. Но еще лучше сказать. Это то, что нет, чего нет без другого. Момент – это то в предмете, что не есть без другого. Момент – это момент чего-то, и в этом что-то есть другой момент. И поэтому в целом это конкретное, как единство противоположных определений. Или, как скажем, в 17-18 еще веках под конкретно понимали единство многообразных определений. Вот когда определяет предмет много всякого, это вроде конкретно. И этот смысл сейчас используется, сегодня этот смысл используется, но точно речь идет о двух противоположных моментах. Хотя моментов в предмете может быть много, да, скажем, в машине, там много моментов всяких. И, скажем, ремень разорвался какой-нибудь один, и машины нету. Или есть? Нету. Нету, она стоит. Это банка с железом и с винтиками, и с болтиками. А машины, если ремня нету, все, машина не едет. И вы в лесу стоите, ждете, что может кто-нибудь поедет, но нынче еще, значит, неизвестно остановится. И так во все. Или сердце, да? Или печень, или почки. Это тоже моменты организма. И в каждом из них есть целое. Почему? Потому что сердце остановилось, все, организм весь умер. Или мозг остановился, организм весь умер. Так, хорошо, значит, более-менее подкованно чувствуется, что есть, движение есть в лучшую сторону. Ну, а стоимость что такое? Зря. Вот уже пора знать, что такое стоимость. А что такое товар? Давайте я. Товар – это то, что мы произвели для извлечения прибыли. Да, это он нам рассказывает свое представление. Да. Да? И оно, в общем-то, правильное, конечно, правильное оно. Но оно не истинное и нет четкости, ясности, а главное – простоты. Да? Понятия, они сводят сложность предметов в единство, в простое единство, в простоту, в прозрачность. Ну так что такое товар-то? О, вот, можно так сказать, да, полезная вещь, произведенная для обмена. И здесь очень важно сказать еще, материальная вещь, да, динге. Вот Маркс разъясняет этот момент, что не о какой-то вещи там идет, а именно от материальной полезной вещи. Да, некоторые этого не понимают, в том числе и ученые мужи, но не понимают и все. У них другой отправной пункт. И вся экономическая картина в голове, она зыбкая, рушится. Они, может, сами этого не понимают. Да, ну и теперь политика. Политическая теория. Значит, политическая теория, она еще более требует опоры на понятия. Почему? Потому что здесь нет опытного. Государство, это что такое? Оно ж не дано в ощущениях, в чувственности. Оно не материальный некоторый предмет, да? Оно надстройка. И, так сказать, над всей Россией там оно висит или пронизывает Россию. Оно познается только в понятиях, если хотят что-то понимать. Представление, да, у нас с детства есть, мы более-менее представляем. Власть – это вот там в Кремле, в Москве. Флаги, гербы, там, и у каждого человека есть представление о своем государстве, о том государстве, в котором мы живем. Но в этом нет понимания. Понятно то, что выражено в понятиях, или ясно познано то, что выражено в понятиях, не иначе. И вот, скажем, Аристотель это прекрасно знал, поэтому
Большинство понятий Аристотелем уже сформулировано. Я вам рекомендую почитать его книгу «Политика», которая так называется, «Политика». Вот. И мы можем опереться только на понятия. Ну и с этим вступлением, которое у меня немножко затянулось даже, но я думаю, что оно было полезным, значит, теперь к научному социализму. И прежде здесь нужно сказать, что социализмов к началу 21 века очень много разных. Во-первых, они были там до Маркса и Энгельса, начиная где-то с 16 века с Томаса Мора, причем Томас Мор это был один из лидеров, руководителей Англии, непростой человек. И вот он пришел к необходимости нового государства, нового, хорошо устроенного государства, в котором бы низы-то тоже все-таки жили по-человечески, но за это ему отрубили голову, чтобы не говорил глупости с точки зрения аристократии. Да, ну и помимо него много было народу, которое представляло разного рода проекты идеального, хорошо устроенного государства. Вплоть до конца 18-го, начала 19 века, когда выступили такие действительно талантливые и грамотные очень люди, Фурье, Шарль Фурье во Франции, Сен-Симон во Франции, Роберт Оуэн сначала в Англии, потом в Америке. И они разработали, значит, систему, как сделать экономику и государство благоустроенными. И, кстати, сам Роберт Оуэн подал хороший пример, завел такую, значит, фабрику, на ней устроил хорошее жилье рабочим. Сокращенный рабочий день, кстати, впервые в мире 10-часовой рабочий день он установил там. И бизнес у него пошел как на дрожжах. За короткое время он сам разбогател, а рабочие у него ухоженные, откормленные, в хорошем настроении. Николай Павлович, будущий царь российский, приглашал его со своей командой в Россию устроить хорошие такие предприятия. Но не поехал, поскольку у него там были более широкие взгляды на и виды на устройство английского и американского общества. Поэтому он не поехал. И вот главная мысль какая? Что вот они такие умные люди, изобрели такую хорошую теорию. Вот. Особенно вот Фурье в этом смысле показателен. Сделал объявление, что вот, мол, есть вот план, проект, как теперь говорят. Устройство общества, значит, вот если деньги есть, приходите, устроим мы предприятие на новой основе и там за несколько лет разбогатей. И действительно, значит, работы его читать трудно, Фурье этого, они изданы были у нас до войны. Но мысли там совершенно здравые, которые даже они отчасти вообще-то и реализовались. Например, он говорит, вместо того, чтобы хлеб выпекать в каждой избе, проще сделать, значит, одну пекарню, которая напечет хлеб на всю деревню или на весь поселок. Или даже на городской район. Это правильно. Сейчас так и сделано. Сейчас же в каждой избе не пекут хлеб. Это раньше пекли, и я вот еще видел этот процесс. Когда бабушки затворяли хлеб, ставили его в печь, вынимали. И надо сказать, что тот хлеб был вкуснее, я его до сих пор помню. На улице пахнет свежим хлебом, когда пекут хлеб в доме. Курочка. Да, но это не экономично. И Фурье вот предлагал такие простые вещи. И действительно, если бы это сделали, эффект был. Но таких простодушных людей, как он, ну, в общем, во Франции не нашлось. И это понятно почему. Вот, поэтому, да, у Сен-Симона были очень здравые мысли и о промышленности, и об управлении, и о многом другом. Но
Они не понимали, что никто на это не откликнется, а если даже отдельные люди откликнутся, из этого вообще ничего не будет. Почему? Потому что они не видели реальных сил, которые заинтересованы реально экономически в таком устройстве общества и государства. Поэтому, значит, у них ничего не получилось. И сегодня. Сегодня мы с вами встречаем социализм как такую повальную заразу. Вот в сетях там все социалисты. Стариков социалист, и Платошкин социалист, и Гоблин Пучков социалист, и Семин, и Кивелиди, и Спицын. И там не с тем числа, все социалисты, все левые. Вот. Но все-таки уже давно я заметил, что вот они левые и социалисты, но категории понятий в точном научном смысле слова они практически не используют. Только Спицын так иногда вспоминает определение, причем, в общем-то, вспоминает их правильно. Но в основном он историк, и они относятся к истории. Там он правильно говорит. А, значит, Платошкин, вроде доцент, доктор исторических наук. Давай, товарищи, сейчас соберемся, значит, в общество за новый социализм, выступим на выборах, за нас проголосуют, и все дела будут, все проблемы решены. Ну, дорогой товарищ, ты же доктор исторических наук. Ну, посмотри, в истории были уже такие чудаки, которые уже делали такие призывы. Из этого ничего не вышло. И из твоих призывов ничего не будет. Причем, значит, вот папа мой был в КПРФ, я ему объясняю. Папа, КПРФ, вот допустим, что она победит. Кстати, в 96-м году она практически победила на выборах президента КПРФ. Но, во-первых, там пересчитали не так, значит, отобрали голоса у Зюганова, и Зюганов остался с носом. Теперь я папе объясняю. Вот допустим, что они не осмелились сделать подтасовку. Они делают простую вещь. Тут же ночью звонят в 2-3 области своим людям знакомым. Так, ребята, организуйте там какие-нибудь, значит, такие ситуации, чтобы у вас выборы были недействительными. Те товарищи избирательной комиссии, ой, да, тут сбросы. Вот, потом что-то вот подарки тут были кому-то, кто-то что-то ходил. Считаем, что наши выборы, в общем, прошли незаконно. Ну, а раз в трех областях незаконно выборы прошли, выборы недействительны. И Зюганов остается с носом. То есть, и Зюганов это понимает, он участвует в сознательном обмане. И вот, скажем, таких наивных людей, как товарищ Платошкин, лично он очень симпатичный человек. И я вот на первых порах его с удовольствием слушал. Он выступал у моей такой студенческой любимицы Ольги Скобеевой в программе «600 секунд». Вот. Выступал здраво, трезво. И тут вдруг такие вещи. Ну, это просто несерьезно. Это детский сад. Но это, так сказать, они еще социалисты. Они марксисты. Но я бы сказал, без Ленина. Но там у них и среди таких социалистов и марксистов есть социалисты и марксисты против Ленина. Причем иногда причудливо. Они за Сталина, но против Ленина. Вот что-то им Ленин не нравится. Он, значит, разрушил там царскую Россию. Значит, поэтому, когда вот вы сегодня смотрите всяких людей, которые там за социализм, там, за марксизм, то-то... Вы соотносите их слова с теми знаниями, понятиями, которые вы изучили. У вас теперь есть возможность для развлечения, для зазора вот этого между истиной и тем, что говорится. И вы всегда будете видеть, значит, человек это стоит за социализм, за марксизм, или это просто, ну, так сказать, заодно, за компанию, или модно сейчас так. Или еще что-нибудь в этом деле. Поэтому современные вот эти вот просоциалистические организации, они
по названию они социалистические, а по сути они антисоциалистические. Или даже в таких ярких людях, как Нерсёмин, вот, в них есть тенденции антисоциалистические, антикоммунистические. Скажем, Сёмин при всем его таланте, при всей его яркости, значит, он повторяет некоторые вещи троцкизма. Ну, это, конечно, никуда не годится. Это против антикоммунизма и против социализма. Причем, возможно, он субъективно этого не хочет, как бы субъективно хочет за социализм, а объективно получается так. Но и психологически он как-то так высказался, что вот сейчас нет спроса на коммунизм, сейчас вот есть спрос на трупы, еще там на что-то. То есть впечатление такое, что он действует от спроса, что он действует на рынке, что он хочет заработать на этом какой-то капитал. Но если так, то может. Поэтому не случайно он нарвался на очень правильную критику Михаила Васильевича в сетях, если кто хочет посмотреть, и на критику товарища нашего Пронина. И я думаю, что я еще тоже выступлю по этим вопросам, и другие товарищи выступят. Почему? Потому что какой бы он ни был за коммунизм, за социализм в своих некоторых выступлениях, объективно он против социализма, против коммунизма. В некоторых вопросах выступает. Но, может быть, он, конечно, сделает выводы из этой дискуссии. Вот. Но если не сделает вывод, то я думаю, что это будет очень грустно. Ну и чтобы нам выяснить сущность социализма и самим не делать ошибок, а следовать истинным путем, надо сказать, что нужно обращаться к сущности социализма. В сущности, которую выясняет научный социализм. В чем она стоит? Прежде всего, в той замечательной формуле, которая характеризует все учение Маркса, как они выразились в манифесте Коммунистической партии. Может, вы эту формулу или эту фразу уже знаете? В манифесте еще нет диктатуры пролетариата. Они еще диктатуру пролетариата не сформулировали. Подводили. То есть уже содержание это есть в манифесте, но еще самого термина нету. Поэтому... А вот это вот, о чем товарищ говорит, есть. Они говорят, что наше учение можно выразить одной фразой – уничтожение частной собственности. То есть уничтожение или сохранение – это критерий. Если КПРФ там с самого начала выступила, что, ну, конечно, нужно сохранить мелкую собственность, там мелкую частную собственность, та-та-та-та, многообразие форм собственности – все, разговор закончен. И вот прошло уже, значит, почти 30 лет, и мы видим, что, значит, как они были на этой позиции, так они остались. Прибавили тут лет 7 назад, что они все-таки так с трудом, но выговорили, что они за диктатуру пролетариата. Но они выговорить-то выговорили, а на деле-то, значит, не выступают, не проясняют это дело. Значит, во-вторых, Маркс и Энгельс обосновали вот это уничтожение, необходимость уничтожения частной собственности, выяснив историческую миссию рабочего класса, историческую миссию пролетариата, что уничтожителем частной собственности, заинтересованным в уничтожении частной собственности, является только рабочий класс. Он стоит в конце социальной лестницы. Он кормит всю эту социальную лестницу. А получает он меньше всех. А находится он в самом ущербном таком состоянии. В самом приниженном состоянии. Поэтому он заинтересован, значит, в том, чтобы такое общество, значит, преобразовать в социалистическое. Собственность частную преобразовать в общественную. И в-третьих, утверждение, значит, вот этой вот частной собственности на основе именно диктатуры пролетариата. Значит, историческая миссия пролетариата и как она основывается, как она осуществится на основе государства диктатуры пролетариата.
Значит, вот три позиции. Уничтожение частной собственности, значит, опора на историческую миссию пролетариата на основе диктатуры пролетариата. Тогда вы имеете дело с научным социализмом, значит, с марксизмом, ленинизмом. Почему? Потому что Ленин, он не только продолжатель, он еще и завершитель научного социализма. Некоторые вещи, некоторые теории, значит, разработаны именно Владимиром Ильичем Лениным. Поэтому мы говорим, что ленинизм – это марксизм 20 века. Или, вернее, ленинское учение, оно отделяется от марксизма. Ленин, он подлинный, полный продолжатель Маркса и Энгельса. Так же, как они говорят, что они, значит, ученики, они, Маркс и Энгельс, ученики Гегеля, то есть этой вот самой науки логики. То есть тут жесткая преемственная связь. Она именно жесткая. Она не терпит исключений. Вы стоите на этой точке зрения или вы не стоите? Если стоите, используйтесь понятийным аппаратом, законами, открытыми и проверенными на практике, кстати сказать, то вы марксист-ленинец или ленинец. Если не стоите, все, вы исповедуете что-то другое. Значит, ну, что касается места научного социализма в марксистском мировоззрении, то я вам определил его как социальное учение марксизма. Осталось мне добавить, что для мировоззрения не хватает еще, значит, учения о природе. Значит, у Энгельса, Энгельс работал над вот этой проблематикой учения о природе. И почти написал «Диалектику природы», есть в 20-м томе «Антидюринг» и «Диалектика природы» в одном этом 20-м томе. Но дописать он ее не успел. Остались от нее такие, ну, более-менее цельные отрывки. Они были опубликованы в нашей стране в 25-м году. Надо сказать, что Ленин этим вопросом посвятил много времени в своей книжке дореволюционной 1908 года «Материализм и империокритицизм», где показал естествоиспытателям многим, что, значит, они стоят на идеалистической точке зрения, ведущей в тупик. И надо сказать, что она, эта точка зрения, и до сих пор она не потеряла своего значения. А некоторые ученые, тут Острецов есть такой физик, ядерщик наш, крупный, вот он говорит, что одна только мысль о неисчерпаемости материи в этой книге, она гениальна и многое разъясняет. Но Острецов, конечно, физик, а, скажем, я, как философ, эту мысль почерпнул, еще изучая Лейбница. Лейбниц говорит, что материя делима до бесконечности. Вот Лейбниц это понимал. И Ленин это понял, но не столько из Лейбница, сколько из Гегеля. Вот. Так что вот мировоззрение в целом, оно имеет еще и вот эту часть, значит, естественно-научную. Конечно, в советском марксизме развивалась эта часть, и советские ученые опирались на методологию марксизма. Вот поэтому мировоззрение такое научное, общественное, оно, в общем, и эту часть имело в виду. Другое дело, что как-то сами философы, они больше сосредоточивались на социальном учении марксизма. Кстати сказать, и экономисты тоже, и политики тоже. Вот эта вот, естественно, научная сторона дела, она как-то для философа оставалась немножко в тени, как бы была отдана на откуп естественным наукам, естествознанием. Но вы должны понимать, что мировоззрение в целом марксистское, оно включает и вот эту естественно-научную картину мира. Поэтому время уже у нас поджимает, не буду я на этом больше останавливаться. Да, может быть, имеет смысл подчеркнуть состав и мировоззрения, и социального учения. Скажем, мы привыкли, социальное учение марксизма – это философское основание, экономическая теория, политическая экономия, политическая теория, значит, научный социализм, да, три источника, три основных
части марксизма. Так Владимир Ленин в знаменитой статье «Три источника, три составных части марксизма» и пишет. Значит, если мы возьмем мировоззрение в целом, то философская часть, фактически методологическая часть, она общая и для социального учения, и для учения о природе. Поэтому мировоззрение, оно тоже, его можно сказать, что оно состоит из трех частей. Из методологии, философии, из социального учения и из учения о природе. Но каждое из них, значит, социальное учение, оно состоит из политической теории и экономической теории. Другое дело, что как их рассматривать? Почему? Потому что политическую теорию в Советском Союзе, особенно в послевоенное время, ее как-то сузили до прагматической политики. А, скажем, если вы возьмете аристотелевскую политику, или у него есть три книги об этике, то у Аристотеля, значит, педагогика и этика, они входят в политику. И Аристотель так прямо и говорит. Значит, этика – это политическая наука. Почему она политическая наука? Потому что она воспитывает гражданина. Вот скажем, а у нас этика, она была на философии. Вот на философском факультете я ее изучал. И вот там всякие сюсюканье там, значит. Совесть, вот как относиться к старикам, как относиться, значит, к молодежи там, та-та-та-та-та такие. Тогда как задача этики – это воспитание гражданина. Причем в широком смысле. Начиная от младенца и кончая взрослыми людьми. И, скажем, его трактат, он предназначен для взрослых людей. И вот для младенца я его перечитываю. «Политика» – это у меня настольная книга. Одна из настольных книг. Я ее все время так, время от времени заглядываю в нее. И вот уже я вторую дочь воспитывал и наткнулся на это место или прочитал его по-новому. Как он говорит, я это прочитал как о закаливании ребенка, а он говорит, ребенка надо приучать с самых малых первых месяцев, приучать к холоду, приучать. Вот не закаливать, как сталь, да? Я вот сам закаливался и ребенка чуть не стал закаливать. Как-то вот чувство меня какое-то такое остановило. И не остановило, и мне посоветовала одна опытная женщина. Говорит, у меня были проблемы с младшей дочерью. Вот что-то простуды. Вот. И она меня, значит, научила. Значит, нужно утром и вечером ее обливать летней водичкой, не холодной и не теплой, а летней. Вот. Ну и делать массажик, значит, спины и грудной клетки. Тоже некоторым мягким, специальным, специфическим образом. Не нажимая тут на такие очень тонкие места. Вот, и я начал вот эти процедуры, начал вот этого приучения, и все проблемы с простудами закончились у меня, у дочери. И я подумал, как интересно, что вот в этой теплой Греции, да, Афины – это Греция, в те времена уже он обращает на это внимание и выражается – приучать к холоду. Не закалять, а приучать. И в этом есть смысл. Не надо закалять. У меня было несколько и в моей жизни отец мне рассказывал опыт со всякого рода закаливаниями. Опыт, как правило, такой неудовлетворительный. Вот. А приучать, конечно, надо приучать. И даже вот во взрослом состоянии тоже надо себя держать вот в этом хорошем отношении с холодом. Мыться холодной водой, чтобы привычно теперь немножко себя так обмывать или так охлаждать холодной водичкой. Чтобы действительно быть привычный холод, чтобы организм реагировал на внешнюю прохладу, на внешний холод. А если вы не закаляетесь, вышли разгоряченным на воздух и через 2-3 минуты простудились. Значит,
политика, вот она может и такими вещами, как этика, заниматься, да? Теперь вообще, скажем, в экономику и политику в них входит и вопрос об этике, то есть вопрос об антропологии философской. Вот есть целая отрасль философской антропологии. Но фактически она разделена между экономической теорией. В экономике воспроизводится человек и экономических отношениях, в которых он воспроизводится. Поэтому это все относится к человеку. Не говоря уже о политике его, и воспитании, и участии в политической жизни. Значит, ну а что касается учения о природе, то оно фактически состоит, или можно сказать, то, и что его можно рассмотреть как классификацию естественных наук. И, скажем, в советское время занимались серьезные люди, в том числе, вот, например, академик Кедров Бонифатий Михайлович, сын революционера Кедрова, который участвовал в организации Ивана Вознесенского совета. Вот у него были работы по классификации естественных наук. А отправной точкой является такая очень продуктивная и гениальная мысль Энгельса, которую он не прочитал, но которую ему навеяла философия природы Гегеля. То есть, естественно, разные естественные науки рассматривают разные формы движения материи. Скажем, что такое механика? Механика рассматривает, значит, движение небесных тел или тел, отдельных тел на Земле. Или что такое физика? Физика рассматривает физическую форму движения материи. Что такое химия? Химия – химическую форму движения материи. Что такое там ботаника? Ботаника – это вот растительная форма движения материи. Там биология, животная форма движения материи. И даже, скажем, наука об обществе, социология, экономика, политика, они вообще-то занимаются социальной формой движения материи, но они занимаются ею не как материей, да, а как людьми, которые, значит, ну, имеют материальное происхождение, природное происхождение, природную материю, природные основания. И в этом смысле общество является частью природы. И вот в этом смысле, вот в этом отношении, конечно, социальная форма движения тоже должна бы изучаться, но я думаю, что она до сих пор серьезно не изучается. А вот, скажем, для медицины это крайне, крайне важно. Скажем, вот механика, она до сих пор не изучила, вот как движется человек, да? Сколько он движется, как это движение сказывается на его здоровье. Хотя разные медицинские специалисты, скажем, ну, изучая какие-то свои вещи, какие-то вещи нам подсказывают. Скажем, мне, когда коснулось суставов и всяких проблем с суставами, и я обратился к этому, значит, да, есть люди, ленинградские ученые, которые говорят, что вот хождение, а особенно бег или даже стояние в автобусе, оно приводит к тому, что вот эта ткань под пятками, она сжимается, сжимается, прессуется, прессуется, и возникают проблемы. Теперь суставы, они что же, напрягаются все время при ходе, при беге. И если есть перегрузки, то возникают проблемы. Обнаруживаются они тогда, когда эти нагрузки были или очень большие, или накопились с возрастом. Вот. Но эти вопросы не изучены. Или, скажем, есть спор физиологов и там других специалистов с сердечными болезнями. Физиологи, значит, спорят, что нужно лечить кардиоболезни вот с точки зрения физиологии. А там кто-то, значит, нет, нужно с точки зрения химии там изучать. Вот откладываются там всякие жиры в этих сосудах, закупоривают сосуды там и так далее. Вот. Глубоко всерьез эти вещи, ну, как бы официальной наукой, они не изучены. Но спасибо, что есть все-таки отдельные врачи, грамотные, видимо, с хорошей методологической, в том числе и марксистской основой. Вот они эти вопросы выясняют. И это можно где-то по крупицам собрать. Хотя мне кажется, что уже давно созрела наша наука. И если бы не вот это разрушение, я думаю, что было бы
вскоре сделано такое изложение общественного научного мировоззрения в каком-то таком обобщающем труде. Я думаю, что если оно не сделано до сих пор, то вот будущие молодые силы, они это обобщение сделают, и мы получим такую картину мира, которая будет построена на основании мировоззрения марксизма-ленинизма в целом. Ну и я думаю, что раз наше поколение это еще не сделало, то вы, молодые силы, может быть, еще сделаете. Я даже думаю, что сделаете. По крайней мере, считаю, что в нашей стране разные науки уже много сделали для этого. Просто этот материал, он еще не собран в должной мере. Ну вот, будем надеяться, что ваше поколение, значит, эти вещи все соберет. Так что научный социализм – это и политическая теория марксизма, и социальное учение марксизма. И, конечно, оно играет очень большую роль и в марксистском мировоззрении в целом. Но основанием, сутью дела является вот то определение, вот те важнейшие моменты, которые я отметил. Это уничтожение частной собственности, обоснование исторической миссии, значит, рабочего класса и выполнение этой задачи на основе государства, диктатуры, пролетариата. И даже начал я с того, что товарищи начали разрушение СССР с уничтожения понятия о диктатуре пролетариата в главном партийном документе, в программе партии. Вот насколько это важные и принципиальные вещи. На этом решите закончить. Давайте сделаем небольшой перерыв. Если будут вопросы, я после перерыва готов ответить. Так, ну что, какие вопросы? Можно сказать, я начал изучать науку логики Гегеля. Вот, и наткнулся на понятие определенности. То есть это небытие, принятые в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия. Но также в квантовой физике в 20 веке был открыт принцип неопределенности, то, что нельзя у частицы точно определить несколько характеристик, то есть если мы... Местоположение. Да. Хотел узнать, есть ли такая категория неопределенности в философии, и как вот с логической точки зрения вот как раз можно этот принцип... Ну так раз есть определенность, значит, есть и неопределенность. Просто раньше проблемы в опыте, они насколько вставали, настолько решались, а какое-то затруднение они начали вызывать в науке, именно в квантовой механике. А специально, чтобы рассматривали неопределенность, такого раньше не было. Получается, такое новое, да? Ну, а какое новое? Оно с начала 20 века. И в основном в физике. Или в физике, или, значит, вот в политике ситуация там неопределенная какая-то. Но в ней нет никакого такого своего содержания, поскольку ее содержание обратной определенности. А содержание определенности, вы сами знаете, оно бедное, нищее, да? Отрицание. Видите определенность какую-то, и неопределенность исчезает. И вообще, позиция нужна определенная, тогда другое исчезает, скажем, на выборах мы из 10 кандидатов исключаем одного, утверждаем одного, голосуем за одного, а вроде остальные исключаются. Ситуация неопределенности, из-за кого же выборы будут, она исчезает сама собой. Ну, вот, ну а конкретно физики, это нам там конкретно физику и смотреть. Так, еще. Я бы хотела спросить, почему у рабочего класса Англии, на который возлагал надежды Энгельс при своем исследовании рабочего класса, не получилось у них достичь каких-то выдающихся результатов? Что там? Ну, во-первых, результат они достигли в движении чертистов в
все-таки сумели создать такую большую, мощную профсоюзную организацию и заложили традицию профсоюзной организации. Профсоюзы в Англии, они с тех пор были сильными, отстаивали довольно эффективные интересы рабочего класса. К тому же сама английская экономика и английское общество, значит, мощно развились как раз в середине и в конце XIX века. Начали эксплуатировать другие страны, начали получать из этих стран дополнительную прибыль. Начальство поняло, что с профсоюзами надо делиться и подкармливать рабочий класс. Поэтому рабочий класс стал жить относительно зажиточнее. В нем была создана так называемая рабочая аристократия, то есть на фоне общей зажиточной жизни рабочих была еще рабочая аристократия, которая совсем хорошо жила, которую нам в фильмах по английскому языку там показывают. Пришел мистер Браун с работы, одел перчаточки, домик у него, вышел в огород, значит, покопался там этими лопаточками, порыхлил землю. За это время ему Мэри сделала ужин, он пришел поужинал, и все у него хорошо. Поэтому, значит, вопрос о революционности большой отпал в Англии. То есть Англия, как одна из наиболее зажиточных передовая держава в XIX веке, она сумела, значит, решить эту проблему, придавить. Вот и все. Чем более развита страна, тем относительно других стран. Ну и потом они и меньше потребность к изменениям. И поумнее начальство, оно сумело справиться со своими товарищами рабочими. В принципе, нам же по телевизору то же самое. Пропаганда идет, что вот если вы будете чем-то недовольны, вот у нас есть прекрасный пример соседей. Будет у вас плохо так, как там. Вот и все. И, в принципе, отчасти и плохо там сделали не они сами, да, а точно так же наши, грубо говоря, там, олигархии, капиталисты. Для чего? Для того, чтобы... Там люди за меньше деньги работали, здесь меньше возникает, условно говоря. То есть это такая постоянная пирамида идет. Вот больше, вот меньше, вот меньше, вот больше. Соответственно, все познается в сравнении. Вот так ответим мы на этот вопрос. Это же борьба, да? Она то разгорается, то затихает. То одна сторона сильнее, то другая сильнее. Ну вот английская буржуазия сумела справиться со своим рабочим классом и его утихомирить. Хотя, значит, не до конца. Все-таки там были и такие революционные силы в английском рабочем классе, и они в какой-то мере, значит, во время революции там оказывали некоторую помощь. Значит, революционной России в том числе тормозили там отгрузку этих судов английским военным, когда они оккупировали там часть России, другие какие-то забастовки делали в честь пользы России, еще там какие-то отдельные выступления. Но в целом, да, затормозили выступление рабочего класса, потому что и сама же буржуазия, она тоже учится. Вот, скажем, очень остроумно немецкая буржуазия поступила в 20-м году, скажем, видя, что произошла революция в России, что создали советы, в том числе на предприятиях, а немецкая буржуазия сама создала закон о производственных советах. И с 20-го года, значит, действует на каждом предприятии большом, особенно в Германии, значит, производственный совет, куда входят рабочие. Там, может быть, там 2-3 рабочих, но они входят. И это вроде совет, смотри, как в России. В России рабочие сидят в советах, и у нас рабочие сидят в советах. И отчасти они действительно помогают лучше организовать производство, с другой стороны, снимают вот эту напряженность между классами. А у нас нынче как? Наш
наша буржуазия, наш капитал расправляется, значит, с рабочим классом и с недовольствием. Тише гладь, ведь и Божья благодать. Никаких особенных выступлений у нас нету. Почему? Потому что наши-то, они же изучали марксизм, изучают, что такое рабочий класс, изучают, что такое профсоюзы. Все эти методы борьбы они знают, поэтому сами они суперорганизованы. У них масса общественных организаций, в которых они встречаются и обсуждают, значит, свои проблемы. Особенно такие, как зарплата. Я вот был на Ленинградском металлическом заводе, и мне председатель правкома объяснил, что мы не можем повысить зарплату. Почему? Потому что если мы повысим зарплату своим токарям, нам на другой день позвонят и скажут коллеги по бизнесу из других компаний: а что это вы повышаете зарплату-то? Мы же договорились, что токаря будут получать 22 тысячи, все. Они договорились, они сделали это решение. Между собой платят 22 тысячи. И там, если очень кто-то будет бастовать, ну, конечно, это можно продавить. А, скажем, просто начальство, оно не может повысить зарплату. Потому что ему скажут, что вы поступаете неправильно. Да, ну и сознание, конечно, сознание. Кстати, еще нужно сказать вот по Англии. Скажем, английская буржуазия не только овладела, значит, экономически профсоюзами, она еще овладела ими политически. Она создала так называемую лейбористскую партию, которая жива вот до сих пор. И эта лейбористская партия, она там партийцев в собственном смысле слова, да? Ну вот в конце 20 века там где-то было тысяч, может быть, 100. А по численности эта партия была 1 700 000 человек. Почему? Потому что в качестве такого коллективного члена она включает профсоюзы, которые ориентируются на эту партию и которые за нее регулярно голосуют, поддерживают ее на выборах или в каких-то массовых мероприятиях участвуют. То есть английский капитал умный, да, он это все знает, и он решает эту проблему просто и свободно. Вот. А рабочий класс находится вот под таким прессом. Ну, а уж наш рабочий класс, он под двойным и тройным прессом. Одно только телевидение сейчас стоит каждодневно. Вот так бы я ответил на этот вопрос. У меня вот вопрос, вы как изучали советы как форму диктатуры пролетариата, о чем у вас, собственно, книга была, я прочитал. И вот единственное, не понял, а почему, например, весь мировой класс, который смотрел на Россию и на Советскую Россию, не перенял опыт у себя создания советов непосредственно снизу? Я вот все думаю, почему? Это же было на личное бытие. Потому что, когда мы говорим «класс», вот вы произнесли «класс», и это вроде произносится в представлении как нечто единое. На самом деле никакого единства такого нет. Класс в целом, мировой класс, он не самость, он не субъект. Вот. Для того, чтобы он начал так действовать, нужны субъекты. А субъекты – это все-таки отдельные, значит, организации, отдельные коллективы какие-то, которые организуются, выбирают субъекта. Значит, вот в моей книге там есть, с чего начинается действие субъектности. С организацией, да? С ординацией. Ординация, вот первая ступень, ординация. Орден, порядок. Ордунг у немцев, да, порядок. Ординация. Ордины – это греческое слово. Сначала нужно навести какой-то порядок, чтобы был общепонятный порядок. Во-вторых, значит, организация, чтобы, или деление, чтобы, значит, было все разделено на какие-то группы, соотношение между группами, нужна координация, то есть совместное действие субъектов, координация.
И в-третьих, субординация. То есть, чтобы эти группы были, составляли какую-то структуру, но более-менее центрированную. И был бы авторитетный центр, на который все ориентируются. Вот. Только когда есть вот эти вот три элемента, тогда может идти речь вот о каких-то действиях. Ну и, как правило, вот эти вот три вещи вносит партия. Какая-то сознательная сила, какие-то сознательные люди, которые это все отрефлектировали уже давно, еще до событий, до там революции. Вот, и действуют в соответствии с этим разумом общественным. Партии, и, скажем, в Германии вот была такая партия, там возникли советы. В Венгрии была такая партия, там возникли советы. Значит, в Италии там был Антонио Грамши. Вот он один из немногих зарубежных деятелей, который разбирался в советах и написал о советах. Вот, там были тоже близкие, значит, к советам. В других местах не было такой силы организованной. Там никаких советов не возникало. Там были просто забастовки. Это такая экономическая борьба. Скажем, сегодня в Германии как-то компания-то... Авиационная компания, как Люфтваффе, да? А? Люфтганза, да. Она делает по две, по три забастовки в день. То есть там есть субъекты, они организованы, они субординированы. Они видят, только немножко что-то изменилось, общественная ситуация, общественная экономика, и они начинают проигрывать 1-2%. Они сразу делают забастовку. Значит... Это забастовка, они уже способны действовать. А вот такого сознания, чтобы объединить других и создать совет, партии у них такой нету, сознания такого нету. Поэтому и организаций таких нету. И тут ничего не сделаешь. Это нужна пропаганда, пропаганда, пропаганда. Хотя есть в Германии, значит, такие, ну вот партии такой... социалистической, коммунистической молодые организации, они тут приезжали в 17-м году, я с ними встречался. Молодые такие, симпатичные девушки там. И вот они учатся марксизму, распространяют марксизм. В России вот приезжали на юбилей Октябрьской революции. Так что будем надеяться, что возникнут и там. Может, такой вопрос возник, вот как раз как продолжение этого. Вот был Коминтерн, да, какое-то международное объединение рабочих, которое сошло на нет. В настоящее время у нас есть Китай социалистический, ну и Россия как наследие СССР, и вокруг этого всего куча военных баз США, ну везде, по-настанно. Вот не следует ли из этого, что вообще только у нас-то и может продолжить это дело? Да, я несколько раз говорил и писал, что вот это понимание советов, оно, его в мире нету. Там, скажем, были в Германии в свое время, были в Венгрии в свое время. Был Грамши, Антонио Грамши, который написал об этом деле. Но... опыта у них нету, считай, поскольку эти революции потерпели поражение. И понимания, сознания этого нету. И только в России есть и опыт на эту тему, и понимание, и осознание. Причем у нас-то есть осознание уже после поражения, то есть отрицательного опыта. И вот, скажем, я сейчас написал статью о мировоззрении. Вот, и говорю, что... истинность марксизма, она подтвердилась не только революционным развитием и революционной практикой, строительством социализма, она подтвердилась и отрицанием социализма. То есть все, кто отступили от марксизма, все потерпели крах. И в Советском Союзе наше руководство отступило от марксизма, я сегодня говорил об этом, значит, и все другие прочие, они отступили от марксизма. Причем вот это отступление в России, оно вызвало в Европе движение евромарксизма, так называемого. Евромарксизма, еврокоммунизма. Значит,
такой отказ от диктатуры пролетариата и призыв, значит, завоевать власть через большинство в парламенте. И мы тогда объясняли, что ничего у вас из этого парламента не будет, тем более объясняли, что Энгельс еще социал-демократом 80-х даже годов 19 века объяснял, что ничего из вашей затеи не выйдет. Вот, тем не менее, вот этот евромарксизм, на позиции евромарксизма, еврокоммунизма они встали. Вот, они только развалились, потеряли авторитет в обществе, и все. Ну, то есть, а вот могут ли западная буржуазия, например, внедрять сюда нам троцкистские идеи сознательно? Ну, то есть, чтобы... Так не может, а они внедряются. Есть. Вот тут у этого, у Политехнического института летом все время стоят троцкисты с их газетой и распространяют студентов, агитируют за вступление в революционные ряды. Ну, это мало кто слушает, а вот именно когда сознание класса начнет потихоньку там приобретать уже больше масштаб, заменить вот это, попытаться как бы увести в сторону, это возможно, такая методика у них? Ну, вот, ну, сейчас вот мы упоминали того же Семина, вот он очень популярен. И, в принципе, я, например, пришел сюда через него, наверное. Ну, Пучков, Семин, и потом... Ну, он талантливый, конечно, парень, это но безусловно. Он же не за диктатуру пролетариата, не за рабочих. Он вообще отрицает фабрично-заводских рабочих. И в конечном счете... Да, вот, кстати, это одно из понятий, относительно простых, и сколько раз мы объясняли его, и все как-то товарищи не могут, так сказать, это освоить. Это вот та же просто, как из бытия. Бытие – то, что есть. Все. Вот, да, вчера сидят на диване Двуреченский и Клима, как фамилия-то? Как? Жуков, да. Сидят на диване и обсуждают, вот пролетариат-то он есть или нет, и что такое пролетариат. А раз мы не знаем, что такое пролетариат, значит, тем более мы не знаем, что такое диктатура пролетариата. Нет, то есть, правильно, они из бытия. Они кандидаты наук. Но они же не работали никогда. Ну, они не работали, но они грамотные люди, кандидаты наук. Наверняка читали Ленина и Маркса, так сказать, и так далее. Вот, но для них это не какой-то интерес такой практический. Он рассуждает, так сказать, на диване сидя так, что они не знают. Изображает себя некоторых углубленных людей, которые пытаются и постичь, и которые вроде грамотные, но это вот вопросы такие, что они не могут постичь. Значит, тогда как вся эта тема, она не стоит выеденного яйца. И они много раз говорили, что пролетариат – это древнеримское слово. Загляните в словарь латинско-русский. Там вам объяснят, что пролетарии – это люди, которые не имеют доходов и не платят налогов поэтому. Или другая была формулировка, что пролетарий не имеет никакой другой собственности, кроме жены и детей. Вот никакой другой собственности, кроме жены и детей. Они живут на пособия всякие, их кормят на общественный счет. Что тут непонятного? Теперь, эти слои, они развиваются исторически. И все-таки сегодня есть и такие, скажем, вот у церкви, у Владимирского собора, каждый четверг приезжает в обед, значит, машина с мисочками, с ложечками, и там очередь голодных людей, им дают эти порции, вот они едят. Значит, но все-таки основная масса народу в цивилизованных странах, она все-таки, значит, ну, есть у нее какой-то достаток, так называемое социальное государство, да, оно понимает, что это все горючий материал, поэтому лучше его накормить. Даже сейчас в Швейцарии стал вопрос о минимальном доходе обязательным гражданину. Вот ему нужно дать, конечно.
скажем, о рабах-то все-таки раньше заботились. Если я взял рабов, купил, я же их должен за ними заботиться, или они завтра сдохнут, работы-то мне не будет, прибыли-то мне не будет. Нет, ну, раб... А сегодня вроде и не надо заботиться. Он пришел, тебе отработал и пошел там сам. Но все-таки, чтобы он не помер, ну, ему и общество уже какое-то там... Нет, ну, это ущерб обществу, человек не работает. Это и это тоже, конечно, и это правильно. Значит, теперь в марксовые годы, да, в 19 веке пролетариат – это те, кто не имеет отношения, не имеет средств производства, не имеет орудий труда, не имеет чем заработать. Соответственно, не имеет доходов, соответственно, там не платят. То есть это то же самое. И Ленин, и... Мы, так сказать, все время разъясняем, что среди всего рабочего класса, среди всех неимущих, значит, все-таки выделяются фабрично-заводские рабочие, которые, во-первых, работают, во-вторых, работают квалифицированно, в-третьих, как правило, на больших производствах, стало быть, организованы самим процессом производства, а если еще достает сознание создать профсоюз, или производственную общину, как я говорю, то это вообще уже, так сказать, другая категория. И только она может руководить всей остальной массой пролетариата. А к пролетариату нынче относятся даже и слои, значит, такого, ну, интеллигентного труда. Они тоже, у них нет орудий производства, нет средств производства. Они работники по найму. Получают зарплату еще ниже, чем рабочие, то есть по содержанию своей жизни, по формам жизни, они тоже пролетариат. Но мы различаем, что одно дело вот этот пролетариат, более-менее там служащий или более-менее там интеллигент. Другое дело широкие массы рабочего класса, там действительно грузчик в магазине. Ну, он там не организован, темный, вообще здесь случайно работает, сегодня он работает, завтра не работает, или зимой поработал, летом не работает, пошел, значит, за грибами или за рыбалкой. Вот такая чехарда. Вот, поэтому организованным пролетариатом, организующей силой может быть только фабрично-заводской рабочий. Вот о чем у Ленина идет речь. И у Михаила Васильевича об этом речь идет, и у нас... Об этом речь идет в сборниках там разных и так далее. И тут путаться негде. Тут все просто и прозрачно. Вот это товарищи, значит, они фактически марксисты без Ленина. То есть вот они до Ленина не доходят. И еще нужно разобраться. У них это просто случайности, особенности их психологии и, так сказать, быта. Или это какая-то сознательная позиция, за которые, может быть, они деньги получают, чтобы вот эту чушь, значит, по сетям разносить. Вот такое подозрение начинает появляться. Поэтому вот мы изучаем теорию досконально, точно. Почему? Чтобы вот эти вещи сразу их видеть. А они сразу видны, если у тебя есть в голове, значит, определение, понятие, теория, да? Она и дает тебе критерии, значит. Соответствует этот предмет понятию, теории, или не соответствует? Сразу видно, что не соответствует. Скажем, Сёмин, при всей моей к нему симпатии, он же каждый день выступает. И когда он говорит о чем-то конкретном, он говорит очень много полезного, интересного, важного и делает хорошее дело, как я это называю, советское просвещение. Вот. Но в каких-то конкретных и принципиальных вещах у него лакуна. И остается только догадываться, это случайности или это не случайности. Ну, правда, я думаю, что он все-таки журналист, то есть к нему все-таки такие требования, скажем, я, ну, не предъявляю. И учился он там, в США. Ну и что, хорошо, что он учился, а вот ему повезло, он поучился еще и в США. А, вы имеете в виду, что он, может быть, нанятый человек? Не знаю, он не похож на нанятого человека. Не похож. Он говорит все-таки очень быстро и чувствуется так уверенно, искренне, живо очень говорит, беседует.
Мне кажется, он делает все это искренне, но у него лакуны, слабые места. Значит, недодумано, недоработано. Отчасти вот такая позиция, что вот нету сбыта на эти идеи. Ну как это нету сбыта? Ты ж не на рынке, дорогой товарищ. Если человек занят бизнесом, то он... Конечно. Ну, момент есть, конечно, да, там рыночка, но я думаю, все-таки главное у него не рынок. Я думаю. Не знаю, как там на самом деле. В душу не залезешь. Ну, на самом деле, это как раз главная проблема, когда такие широкоизвестные люди, они будут транслировать свое видение, а правильное видение, оно может быть этим шумом забито. Поэтому вот теперь да. Может быть перерождение. Вот это словечко видение, да? Его очень любил Александр Яковлевич, Александр Николаевич Яковлев. У меня такое видение. Вот у нас видение. Видение это вот у художника есть. Или вот мы видим, или что-нибудь такое. А у нас понимание. Понимает? Или представление. И мы должны вот давать отчет. Это у нас представление, которое тут товарищи выражали, я обращал внимание. Или у нас понятие твердое. И определение понятия. Вот. И когда вы вот с этой точки зрения, значит, рассматриваете то или иное высказывание, ту или иную позицию, вы сразу улавливаете, что это человек представление. Раз он представление, раз он ведет речь на уровне мнений, то это, ну, второстепенно все, неважно. Ну, у человека такое мнение, ну, поспорьте с ним. Но если он что-то там завирается, отнимает от вас время, просто оставьте разговор. И лично я... Когда мне кто-нибудь начинает там про мнение, у меня такое мнение. Но я сразу такую делаю перегородку в сознании, что бесполезно говорить. Ну, раз у тебя такое мнение, не поделись с женой своей, может, ей будет это интересно. А моя-то голова не помойка, куда я мнение собираю. Не буду я мнение собирать никакие. Достаточно много умных людей, книг. Из них, значит, мысли вот надо собирать в голове. А глупости всякие зачем собирать? Вот так бы я ответил на этот вопрос. Еще какие вопросы? У меня один есть еще, он такой касается пропаганды. Вот, она, ну, как бы пока плохо, мне лично понятно вообще, как ее вести, и стоит ли распыляться во все стороны, или надо на чем-то концентрироваться, выбирать каких-то... Ну, например, идти на заводы, я не знаю, устроиться, работать, может быть. Или всем подряд уже пытаться объяснять каждый день, как устроен мир вообще. Нет, значит, когда мы сталкиваемся с конкретными людьми, надо в каждой конкретной ситуации, я думаю, что мы так и делаем, относимся индивидуально. Что за человек? Если у него есть там капелька какого-нибудь интереса, ну, с ним можно поговорить, заговорить. А, скажем, если нет интереса или просто какой-то равнодушный человек сидит, ну... Интерес-то может быть, но информация не усваивается по причине, ну, может, они мало читали там, или телевизор очень много посмотрели. То есть они вроде что-то такое воспринимают, но потом такой ляпнут завтра, что вообще как будто и не слушали тебя даже. А потом опять слушают, и вот так без конца, то есть... Так нет, если у вас и конкретно есть человек, который вот слушает и потом что-нибудь говорит, и с ним можно поговорить, ну, конечно, с ним надо работать. То есть, ну, есть ли смысл вообще быть излучателем таким, как... Или пока лучше самому обучиться? Мне кажется, это у вас какая-то абстракция такая, быть излучателем. Нет, скажем, ну, вот я излучатель вот сейчас, да? Вот, но... Я излучаю не в пространство, а конкретные люди собрались, у них есть интерес к этому делу. Что это реакция на то, что мы пришли. Да, значит, вот, излучаю. Да? А скажем, на улицу выйти, на улицу не выйдешь, не будешь там излучать им. Скажут, что-то дурак какой-то, что ли, вышел тут и что-то говорит. Или, вот скажем, вот в ситуациях выборов, да, вот когда выборы, внимание людей сосредоточивается на этой проблеме и, в общем, более-менее ищут информацию или готовы ее воспринять, ну вот тогда можно тут
поизлучать в каком-то более широком виде. Ну, какой-то методологии здесь нет, да? Нету. Я и говорю, что это мы индивидуально определяем. С кем-то можно поговорить, а с кем-то нельзя поговорить. Ну, бесполезно говорить. А с кем-то и нельзя. Да, там зашел в купе там мужчина, и ты чувствуешь, что с ним лучше не говорить вообще. Просто вот у профессора Зубова слышал такую мысль, что, ну, это по-моему Ленин вычитал, что рабочий класс, он может до последнего быть таким вообще инертным, а единицы, какие-то десятки, сотни из него представители, они уже за собой. А есть середняки, да, есть передовые рабочие, и вот основная масса. И судить по основной массе не стоит, а том, насколько мы созрели уже к действиям. Ну вот мы, да, мы, то есть люди политически активные, мы рассматриваем всю массу вот в этом раскладе. То есть где-то есть активные люди, индивиды, где-то есть круги целые активные, есть где-то, значит, более пассивные. Основная масса, значит, более половины людей, она вообще глубоко пассивна и не интересуется этими делами. Но он народ в своей массе, особенно русский народ, да, он вдумчивый, понятливый, вот, и он себе на ус наматывает. Поэтому, когда коснется ситуации, даже вот эта инертная масса, она очень важна. Почему? Потому что от ее колебаний может зависеть исход целого. И важно, чтобы в период колебаний она хотя бы не была против. То есть она смотрит со стороны, но где-то в душе скорее она вам сочувствует. Скажем, в 17-м году крестьянство – это большинство населения. Но революция, она в большей мере сочувствовала. Оно понимало, что уже вот достали их, значит, помещики, достали своими воинами бесполезными и ненужными. Вот. И если их прогонят, то будет хорошо. Они сами не ввязываются, но душевно где-то они поддерживают. Так что разные есть настроения, разные... уровень подготовки, разный уровень восприятия, разный уровень реакции, реактивности. Вот. Но грамотные люди, грамотные силы, они все это учитывают. Скажем, Ленин прекрасно понимает, что такое масса, какая масса, значит, примерно какое ее количество, каков ее классовый состав. Теперь, каковы ее идеологи? Ну, идеологи более-менее, они-то в партиях, значит, концентрируются. Скажем, крестьянские... вот эти массы более выражали эсеры. Кстати, эсеры, они же тоже социалисты. Вот я сегодня говорил, много всяких социалистов. Эсеры, меньшевики – это социалисты. В 17-м году было 20 политических партий, общественных организаций социалистического толка. А всерьез, как мы знаем, только большевики. Вот. Остальные... значит, непоследовательные или даже готовые предать, как даже Плеханов. Уж марксист из марксистов, социалист из социалистов. Можно сказать, первый марксист в России. А накануне революции все-таки вот, грубо говоря, струхнул. Вот. Хотя и основания он подводил теоретические, но они были несознательные. Может быть, даже чего-то он не дочитал. Может быть, скажем, не дочитал писем Маркса к Засулич, к Вере Засулич. Она его как раз спрашивала о возможности революции в нашей стране, о роли общины в нашей стране. Кстати, этот вопрос недодуманный. Я вот сейчас над ним сижу, все, сил нету, не хватает, все отвлекают товарищи. Вот русская община. Маркс пишет, что если община и революция в России обопрется на революцию на Западе, то община, русская община, может сыграть, значит, роль исходного пункта. Вот. И я грешным думаю делом, что она и сыграла роль исходного пункта, но и историческое сознание, и вот эта историческая борьба с анархизмом, и ситуация в России – они как-то сработали на то, что
все-таки как-то про общину более-менее не вспоминали всерьез. Так Ленин иногда говорит как-то не очень так вдохновляюще. Потому что он тоже посвятил много времени и книг критике русской крестьянской общины. И это правильно. Теперь народники, они же стояли на позиции русской общины. Вот, и он их критиковал, и правильно критиковал. Другое дело, что тогда еще, я думаю, что не была уяснена роль производственной общины, роль профсоюза как организатора производственной общины. Ну вот мне кажется, что молодежь должна это сделать. Так что это многоплановое дело, им постоянно надо заниматься. Все слои нужны, все мы заинтересованы, чтобы вся гуща русского народа или российского народа, она была заинтересована в преобразовании жизни. Другое дело, что нужно понимать, что значит, более половины людей, они никак не заинтересованы в политике, не участвуют, не интересуются и не хотят интересоваться. Ну, здесь же как, в общем-то, если материалистически смотреть, все равно просто будет момент резонансного явления. Будут, да, будут. Я говорю, в революции они все равно наматывают себе на ус какие-то впечатления, какие-то, значит, отношения, они все равно имеют. Особенно русский народ, он такой мудрый. Бакунин говорит, русский народ темен, но он не дурак. И это правильно, что вот он темный, но он не дурак. И почему? Потому что, живя все-таки на земле, крестьянин, он относится к миру в целом непосредственно. Вот рабочий, он как-то занят своей машиной, занят своим заводом, вот он варится в этом заводе. А крестьянин, он волей-неволей, он должен знать, как эта природа вся работает, когда что растет, как растения и животные друг с другом взаимодействуют. То есть у него мировоззрение такое более широкое, а в каких-то вещах и более глубокое. Поэтому мужики, значит, крестьянские, они были довольно умные люди-то. Поэтому Бакунин и говорит, что Тёмин... Но не дурак. Он человек с понятием, говорим и мы до сих пор, да, об умных людях. С понятием. И мы с вами изучаем понятие. Ну, да. А, получается, тогда вот бюджетники, вот учителя, воспитатели детсада, там, медработники, то есть они сами не могут улучшить свое положение, только рабочий класс, да? Они не могут. Не могут. Просто, ну, и знаю, потому что... В большинстве там 10-15 тысяч максимум получают, то есть им тут, если они даже организуются, как смогут они за улучшение? Значит, они, во-первых, не могут организоваться, во-вторых, если организуются, от них ни голодно, ни жарко, ну, подумаешь, ну, не работают, не учат детей, ну, и они же не создают стоимость богатства, наплевать на них. Вот. Теперь и рабочий класс, он тоже не заинтересован, чтобы учителя обоставали, а дети были безнадзорными. Это вот были там такие у нас революционные воодушевления в 95-м, 96-м году. Я вместе с преподавателями города от университета большого, где сейчас памятник Ломоносову стоит, вот мы там собирались, и большой демонстрацией шли там к дому правительства, к этому дворцу Мариинскому, к правительству. Мол, повышайте за повышение заработной платы. Вот, знаете, это мы сходили тут один день, или даже там не день, а несколько часов после обеда, и все. И в это время ко мне приезжали люди, я вот сейчас подзабыл, не то из Всеволожска, не то из Бокситогорска, мол, Александр Сергеевич, вот мы хотим забастовку сделать, остановить работу. Не могли бы вы к нам приехать, прочитать нам вот лекцию какую-нибудь на эту тему? Я им вынужден объяснить, что, значит, вот примерно так же, как вам сейчас, во-первых. А во-вторых, я говорю, ну вот представьте, что вы забастуете, школу закроете, а дети что будут делать? Дети будут самим себе предоставлены. Или родители будут вынуждены бросить работу, сидеть с детьми.
Поэтому я говорю, ваша задача, она заключается не в этом. Ваша задача заключается в том, чтобы настроить товарищей рабочих, чтобы они о своих интересах позаботились, устроили забастовку за повышение зарплаты. Тогда будут сборы в городской бюджет выше, тогда в бюджете будут деньги на повышение вам зарплаты. Вот какая ваша задача, а не самим бастовать. Также и медики. Но медики, слава богу, они как-то, по-моему, не бастуют. А все остальные, кто не бюджетники и не фабричный завод, то есть, ну, как бы вот, ну, как сказали, 50%, которые никуда, или как? Ну, можно я из практики скажу, что, например, почему рабочие забастовки... Нет, я понимаю, что они не пересекаются. Они не то, что не пересекаются, например... Те, кто работают в основном там, через интернет, через компьютеры, его работу я могу отдать вот сейчас по интернету любому человеку в мире. И ваша забастовка яйца вытянула не стоит, у меня работает офис. А у станка, ну, да, ты его не передашь. Я пристегну себя к станку, и на этом станке никто больше работать не будет. Нет, пока мне не отпилят руку. Нет, да, тогда можно скорректировать вопрос, что да, что если эти люди оставшиеся не могут сделать забастовку, то тогда куда эти усилия перенаправить? Они должны перенаправить усилия для подготовки рабочего класса. Да. Вот, нет, конкретнее в смысле, что прям, не знаю, у завода там прям стоишь, давай рабочий. Ну да, как-то просвещать, стимулировать, что, товарищи рабочие, вы что-то не боретесь. Я-то удивляюсь, я объясняю товарищам рабочим, что вы не боретесь за свой материальный интерес. Почему? Потому что медиальная зарплата в России – это 20 тысяч. Это средняя, там, ее совместят там с зарплатами Грефа и министров по 12 миллионов, в среднем там получится 45-48. А медиальная, то есть такая средняя, срединная зарплата у рабочих, она 15-20 тысяч, ну 20. И товарищи не борются за свою заработную плату. И я удивляюсь. Я удивляюсь и все, значит, думаю, что они настолько не заинтересованы, что даже не знают, что такое заработная плата. И вот сколько я не спрашивал, даже у профсоюзных работников, что такое заработная плата? Никто не скажет. Заработная плата – это что такое? Скажем так, это стоимость рабочей силы. Да, во. Вот. Денежное выражение. Да. Но, кстати, не всегда. Очень часто ниже. Но более-менее, значит, вот можно. Человек знает. Вот. А, скажем, спросить вот... на предприятии и рабочих. Что такое заработная плата? Ну, это вот деньги, которые мы в кассе получаем, или которые переводят на карточку. То есть это готовый результат уже, тебя уже облапошили это, а не заработная плата. Она не соответствует понятию заработной платы. Те деньги, которые мы получаем, они и рабочие, они в 4-5 раз меньше, чем заработная плата. Вот на Западе там получают заработную плату. Но почему? Потому что там развитые профсоюзы, вот как в Англии, да? Теперь, в Америке там нету больших профсоюзов, там это ТКПП, там примерно 15-20% рабочих всего. Но там, во-первых, они стригут весь мир и могут поделиться с рабочим классом и делятся с рабочим классом. Во-вторых, они несколькими разами напуганы, начальство и капитал, напуганы настолько, что они понимают, что рабочий класс надо кормить. Более того, в предыдущие годы они вообще эту проблему спихнули на Китай. У них теперь в Китае рабочий класс американский. А у самих у них там менеджеры, айтишники там и прочее. Вот. Но они тоже пришли вот в ситуации, которая сейчас кризис величайший политический идет и экономический в Америке. Они дотнулись. Только чуть-чуть Трамп попытался исправить эту ситуацию, то есть вернуть производство, стало быть, рабочий класс в Америку. Сразу он, значит, получил стык, и этот стык неизвестно еще чем закончится. Вот уже стрельба на улицах идет в США. И неизвестно, чем закончатся эти выборы. Они еще не закончились. Западные товарищи поторопились признать Байдена. Ну да, там сказали, что... Там процесс еще не закончен. Несколько отозвали этих голосов.
этот подал в суды. Чем кончатся эти суды? Трамп подал в суды. Чем закончатся эти суды, неизвестно. Я не уверен, что они закончатся, значит, полной победой Байдена. Вот я в этом не уверен. Скажите, пожалуйста, если политика изучает вопросы высшего блага для общества, как тогда коррелируется вопрос о возможности или недопустимости улучшения жизни или сохранения жизни одного человека за счет смерти или ухудшения условий жизни другого? Я не понял. Еще раз. Если политика занимается вопросами высшего блага для общества, как тогда коррелируется в зависимости от экономической, общественно-экономической формации вопрос о возможности или недопустимости улучшения жизни или сохранения жизни одного человека за счет ухудшения условий жизни или смерти другого? Я как-то не очень понимаю вопрос. Политика. Кто-нибудь может мне перевести на русский язык? Я так понял, если политика призвана быть высшим благом, то есть... Это по Аристотелю. Да. То почему у нас капитализм? Нет, это не такой вопрос. Политика изучает занимается вопросами высшего блага... По Аристотелю. По Аристотелю. Как тогда в зависимости от общественно-экономической формации, да, капитализм, там, коммунизм, коррелируется вопрос о возможности или недопустимости? Что значит коррелируется в этом? То есть возможно это или нельзя там, по марксизму улучшать свою жизнь или сохранять ее за счет жизни или ухудшения условий жизни другого? Ну, человека. Если это ставится в моральном плане, то я определенно говорю, что нельзя. Да? А как это решается в жизни там, конкретных формациях или в конкретных коллективах, группах, ну, неизвестно, по-разному решается. То есть, понятно. Ну, можно ли пожертвовать малым? Нет, потому что общество – это одно, государство – это другое. Ты меня отправил, а не три. Ну, вы втроем говорите, как кого я должен сказать. Оправданы ли жертвы ради благо общества? Ну, в чем состоит благо общества, что можно или нельзя жертвовать жизнью или ухудшением жизни других? Так я говорю, с моральной точки зрения нельзя, для нас нельзя, что тут не о чем говорить. Теперь, мы же будем убивать потом капиталистов или буржуа, а не... Кто вы будете убивать? Ну, смысл революции не в том, что люди будут там, выйдут и что-то поменяется, а в том, что будет определенное столкновение. Если столкновение, то это значит, ты будешь... Ну почему вы собираетесь убивать-то, я не понимаю. По крайней мере, зачем вам убивать? Революции бывают без смертей, да? Революции разные бывают. Без смертей. Бывает и без смертей. То есть социалистическая революция следующая будет без смертей. Ну, я надеюсь, что наш народ настолько созрел, и класс рабочий настолько созрел, что мы обойдемся без смертей. Другое дело, что, значит, революция должна уметь быть готовой к тому, чтобы защищаться. То есть не исключено, что буржуазный класс, значит, выступит с вооруженной борьбой против революции. Это не исключено. И в 17 году так и произошло, кстати сказать. Но рабочий должен быть к этому готов. Должен иметь такие силы и группировки, которые могли бы на этот террор белый ответить. Ну, я так понимаю, что определение оно должно быть, типа, ты защищаешься, но смысл в том, что придет к тому, либо ты убиваешь, либо тебя убивают. Да в этом нет необходимости. Нет что тут... значит, нет необходимости? Это то и значит, что это не необходимо. Это не самоцель. Тем более не самоцель. Говорю, что эксплуатация или быть эксплуатируемым – это примерно одно и то же. Это ухудшение, улучшение, это воспроизводство или производство. Условия труда, да. Это то же самое, если это перенести на жизненную вещь, то это сохранение. Ну, то есть ты убиваешь либо другого человека, либо… Нет, все-таки мы различаем. Одно дело, значит, ставит его в такие условия, что он умирает, там, допустим, в раннем возрасте, да, а другое дело – убивать. Это принципиально разные вещи. Ты можешь быть капиталистом, и ради повышения прибыльности там, своего предприятия ты можешь сделать такие вещи, которые ухудшат условия жизни других. Так не может, не может, а это правило и закон. Капиталист выжимает все соки из рабочих. Значит, для них это морально оправдано. Выжимать соки, конечно, оправдано. Выжимать прибыль, оправдано. Это значит, что коммунизм, как там, снятие
капитализм, он должен каким-то образом тоже с этой ситуацией как-то решать. То есть он должен, грубо говоря, убить всех капиталистов. Почему убить? Вот это неправильное представление у вас. Убить это что-то второстепенное и третьестепенное. Это возникает, если, значит, уходящий класс начинает оказывать сопротивление. Вооруженное сопротивление. Такого не бывает, что не бывает. Бывает, что не бывает. То есть бывает без такого насилия. Типа как в 94-м. Кстати, как в 91-м. Это вот это вот сколько миллионов людей умерло в результате этого, это значит, что... Но их не убивали. У них была возможность бороться. Не убийство, а значит ухудшение жизни, которое ведет к смерти. То есть то же самое. Ну так, милые люди, боритесь. Скажем, мы с Михаилом Васильевичем тогда организовали общество научного коммунизма, потом Объединенный фронт трудящихся. Боролись сначала с Горбачевщиной, потом с Ельцинщиной. Но товарищи не помогали. Раз они не помогали... Контрреволюционный период завершился, их положение резко ухудшилось, но их не убивали, их даже не били, по большому счету. И нас, несмотря на то, что мы боролись, выпускали оппозиционные газеты, «Народную правду», «За рабочее дело», никто нас не бил никогда. Но если будет такая ситуация, когда будет выгоднее вас убить? Может, убьют, это не исключено. Ну, а значит, вы должны тоже каким-то образом с этой ситуацией разрешать. Так это если будет ситуация, будем разрешать. Защищаться надо. А планировать ее не надо. Планировать можно, значит, если будет ситуация... Если рабочий класс представляет большинство, то это единственная как бы силовая структура, которая как бы большое количество людей там, с автоматами, ну, как бы довольно тяжело противостоять. И, соответственно, материальная оторванность от производства, которая как бы... ну, не дает денежную, ну, прибыль не дает капиталисту. Вот эта оторванность, почему и фабричные рабочие могут каким-то образом влиять. И, соответственно, большое количество людей могут как бы эту систему тогда поменять. То есть революционно какие-то действия могут произойти. Но революция может пройти мирным путем, а может пройти немирным путем. Причем рабочий класс, трудящийся, мы заинтересованы, чтобы мирно все прошло. Отнимем власть или отдайте власть и идите спокойно или езжайте в свою Европу. Они, конечно, не заинтересованы отдавать, поэтому они будут сопротивляться, в том числе, может быть, и вооруженной силой. И вот если они будут сопротивляться вооруженной силой, тогда, значит, на этот случай рабочий класс должен иметь какие-то группы людей, которые могут его защитить в острой ситуации. Защита, что если ставить цель, конечно, условно убить капиталистов, это бессмысленно, потому что убив одних, появятся другие. Я говорил лишь, как это коррелируется в политике. То есть, например, в рабовладельческом сельском строе, наверное, было бы все равно. Жив у тебя раб? Ну что вы, шутите? Снова раб-то это же ваши деньги, его можно продать. Я сказал, раб. Раб. То есть за то, что ты раба убил, это как бы все равно. Это не то же самое, что ты человека убил. Нет, а это то же самое, что нет, все. Это хуже. А юридически, да, конечно. Юридически раб, ты можешь его убить, конечно. Это твоя вещь, ты это да, можешь распоряжать. Да. Соответственно, ты не ценишь эту жизнь, то есть даже жизнь. Нет, ценишь ты все равно эту жизнь. Ты ее кормишь, лелеешь, приплод от нее. Жизнь, ценишь, блин, 1000 рублей у себя в кармане, то есть чуть разные ценности. Вы не находите? Да. Ценности разные. Вы свои руки и ноги цените, которые вас кормят? Я еще раз говорю, если я готов как бы потерять свою руку, но сохранить жизнь другому человеку, это не то же самое. Я думаю, что... А в ситуации с рабством, ты ради сохранения своей руки готов пожертвовать жизнь другого человека. В этом и смысл этой формации. Так, ну ладно, это все-таки вопросы для нас второстепенные или далекие, или еще что-нибудь. Я думаю, что мы их еще договорим. Ну, а на сегодня, наверное, хватит. Хорошего помаленьку. Если не да? Обижаешь. Ну ладно. Это в частном порядке уточните. Нет, прямо чисто на секунду, что, грубо говоря, если заработная плата – это денежное выражение стоимости товара рабочая сила, то есть, ну, а стоимость рабочей силы – это, грубо говоря, издержки на ее воспроизводство.
обучение. Ну да, да, да. То у нас как бы зарплата не соответствует этим издержкам. Соответствует. То что у нас, если мы здесь... Тогда это не капитализм. Вознаграждение за подачку или как? Капитализм точно. Подачка, конечно. Потому что подачка это при капитализме. Деньги на то, чтобы ты не умер. Это у нас вот это понятие. Деньги, чтобы на выживание, чтобы ты не умер, а приходил завтра на работу. Да, вот у нас подали общественный транспорт, должен быть по стандартам не больше 7% от среднедушевого дохода, который почему-то 46 тысяч рублей. Сколько? 46 тысяч рублей среднедушевой. На человека? Да, они называют среднедушевой. Да. Не больше 7%, но если в семье есть дети, то сразу возникают вопросы. Конечно. Все равно карточки им покупать тоже приходится. Я думаю, что редко в какой семье более-менее полноценно есть 46 тысяч. Счастливо. Да. На человека. Конечно. Это уже да. Должна быть такая зажиточная семья. Александр Сергеевич, можно вас украсть минутку? Да, пожалуйста. Посоветуйте мне, пожалуйста, книги, чтобы разбираться в военных вопросах. Военных, да. Значит, специалистом у Маркса был Энгельс, специалистом по военным вопросам. Да, у него есть произведение на военную тему. Вот, поэтому он может вам помочь. Теперь, есть известный авторитет, которого до сих пор используют, это Клаузевиц есть такой. Клаузевиц. Клаузевиц. У него есть книга «Война» 12-го года. Вот там он делает формулировку, значит, войны. Война – это продолжение политики другими средствами, то есть вооруженными средствами. И это очень ценное определение, оно до сих пор помогает в осмыслении. Вот Клаузевиц. Ну и потом наши военачальники все у них оставили воспоминания. Жуков, Василевский. Да, а в политическом плане был такой выдающийся теоретик Макиавелли. В конце 16-го, начале 17 века. До свидания. До свидания. Вот. У него есть книга «Государь» или «Князь» его иногда называют. Спасибо.